Join the queue, please! Да, громче еще. Очередь за колбасой. Не-не, с туалетной бумагой. Это все жадно. Включая нас. Но мы немножко по-другому. У нас. По-моему, они жадные люди. 5 фунтов за вход. До 11 часов. А потом чик-чик-чик. Маленький стульчик. Ну-ну. Ну что, что-нибудь хорошее увидел? Это было. Oh, look at that sand, dude. Too much bling. That would be the score, wouldn't it? Ну что, есть тут что-нибудь взять? Какая-нибудь. Ну ладно. Это вкусно. А, там. А он не блестит чего-то. О, сейчас хорошо только что. О, красиво. Пап, ты пропустил место, уже стали. Я ухожу, я не хочу. Да, ну хорошо. Клоуны такие. Но это не пара, это просто два. Они одинаковые полностью. Должно быть зеркальное отображение. Он стрекоза какая-то опять. Ну, чемоданы всегда мешают. Тебе это не нравится? Может, даже она неплохая. Красиво сколько стоит. Дорого, дорого. How much? Фунт. За стрекозу, пап. Фунт. Нужно? Нет? Она не очень играет. Ну ладно, я понял. Ты бы за 50 пенсов взял бы. Ну это... Она не марки, нет, нигде. Нет, никакой. Это видно. Это даже не позолота. Позолота. Да? Ладно. Вот это покрасивее стрекоза за 2 фунта. Слушай, мне нравится. Там подписано что-то слева. Я ничего не вижу. А, да, что-то подпись какая-то, дай посмотреть. Как ты перевернул? Да, это подпись. Ну что, возьмешь? Mm-hmm.
Тоже 2 фунта. Тоже 2 фунта. Мне нравится тоже, слушай. Берем бабочки. Папа, как тебе вот это украшение? Ну, очень-очень такое, чересчур. Чересчур? Ну, ладно. Music box ekatiyena me balanda ko. Как тебе чашечка? Смотри, она с печатью. Блюдечко. Это все очень позднее, печать поздняя. Трансфер принт старый. China. А, ну Bon China, да? Bon China. Bon China. Это не в Китае сделано. Мама фарфор любит, не Bon China не любит. Папа, извини, пожалуйста, она, наверное, носи. Давай. Вот эта птичка интересная. Ну. О, Сиса. 4,50 птичка. Дорого. Но она действительно красивая. А что это, как кувшинчик железный? С крантиком. Свинец, может, не? Печати какие-то. Давай посмотрим печати. Ну, это... Олово, да? Ну, ладно. На. Курточка кожаная, да? Была 250, стала 35. Настоящая кожа, говорят. Тоже кожа. Кожаная куртка. Телепузики. Что? Я поделил себе. Так, это ерунда. Сюда. Кунг-фу панда 1.2. Так, уходим. Да. Ну что тут, тут ничего тут. Робот-динозаврик. Видишь, что меня интересует? Нет, шутка, меня это не интересует. Когда-то интересовало. Вот, да. Это дерево? Да, это один из других башков. Деревянный. Деревянный, не знаю. Деревянный, да. Ну, все равно это уже поздно. А как тебе вот это, папа? Да никто. Зомби, да? Ну, нет, это, я не знаю, что это такое. Что-то непотребное. Да, действительно.
О, классно, это чашечки мотороллер. Мотороллеры мне. Папа, ты шкатулку вот эту смотрел? Да. Да? Дешевая. Дешевая. О, это для слайдов, папа. Не надо. Ну, как хочешь. Шляпы мерить не буду. Так. О, так, Гиннес это такое пиво, ирландское, кстати. Так, это все посерединочку. Фотоаппаратик со старенький. А. Вон там какая-то шкатулка, я не знаю, это для карандашей или для пастели, видишь, вот так вот. Для сигарет. Для сигарет, а, всего лишь. Ну, ладно. Бачки. Часик. О, белочка. Вот это мне нравится. У Пети такая есть. Ну да, да. Время Людвига 14, да, сейчас. Период Людвига 14. Ну, это уже сейчас. Слишком одна отломана, по-моему. Да. А вот это? Нет, это очень грубо, очень. Вот, знаешь, что мне понравилось? Что? Ну, собачка маленькая. Все такие бывают серебряные, но это, по-моему, это не серебряные. Поверни в уши, чтобы видно было. Да. Пап, тут интересно. Бряшка. Бряшка. Как тебе часики? Это ерунда. Ерунда? О, кукольная мебель. Смотри, выдвигаются. Упс, шкафчик. Они вверх тормашками. Кто-то ящики вверх тормашками вставил. О, тумбочка. Это не то. По серебрянка. Ну это хорошая. Хорошая? Фабрика очень. Ну спроси, сколько. Нет. Не буду брать. Ну правильно. Все. А он еще какое-то цветное стекло там. Это халтура. Да? Ну, как знаешь. Ну что ты? Это уже. Да нет, это так, сувенир с магазина. Это сильба. Серебро, говорит. Я дальше пошел. Угу.
nakuha kayo ng tag-isa, bigyan ko kayo ng pag-ito eh. Last price ko yun. Last price na lang. Anong kulay? Hindi ko alam sa ano. Yeah. How about the big silver everything? Да. Это Мона Лиза такая. Ну хорошо. А вот это, по-моему, пошел портрет продавца. Are you sure that's not your number? No, my number is 07. That's what's come up. Yeah? Yeah. Maybe my old number, Gmail, from that phone. Yeah. And I change the number. Yeah. And they're not in the... how are we going to store my number? Because no, no, no. What's your number? 07... А это значит Вермер. Ну-ну. Да. Так, по-моему, вот так вот лучше. О, смотри, Вермер, пап. Вот это собачка, это что, на ней татуировка такая, цветочки, да? Это значит, собачка якудза. Ну-ну. Что-нибудь увидел? Нет. Это не похоже. Дорого будет такое. А. Такой беленький. Не знаю. Да. Куколки страшные такие. Да. Лошадка какая. Наборчик. Гоночная машина. Посмотри. Спонтом Рим. Не. Упс. Drunk elephant. Угу. Ладно. О, вот это хаб. Бьяно. Бьяно. Джермено. How much is it? This one, yeah. 45. 45, okay. Thanks. I'm asking 65. Mm. Okay, yeah, okay, I see. Это тот поросенок. С носом как труба. Шахматы, папа, такие для тревел, чтобы они вставляются в дырочки.
Ну что ты тут увидел? Да? Смотри. У меня лучше машина. А инкрустация какая шикарная. Yeah. Зиня. How much? 20 фунтов. Это не дорого. 20 pounds was the original box. The only problem, the lock. You have to buy a new lock here. Mm. The only problem is weight. That's... Oh. Oh, still. We're already... Okay. Okay, thank you. Вещь хорошая. Если бы у меня... Ну что? Это все сейчас делается. Да? Все, да, полностью. Все современное. How much this one? Вертолетик прикупи. Восемь фунтов. Bathroom? Why bathroom? I know, I'm being silly. Okay. It's my bad English humor. Как сари, да? Да, и посмотри, расшито бисером. Ну ладно. Положили все на столик для для настольного тенниса. Треножник. Music stand for the mic. How much? Well, or this for you, £1. Фунт. Окей. Ну что, беру? Фунт, please. Thank you very much, sir. Попочка, как тебе часики маленькие? А, ладно. Раз ты так считаешь, а он, смотри, старичок со старушечкой. Вот это вышивает, а дядя пьет, а курит и играет в карты. Классно. Ну ладно, карты, карты. Можно поднимать. Ну, клипсы. Барабанчики. Had to try it. You can think about it, yeah? Yes. I'll be back next week. I don't know if they don't go to the Abu Dhabi. Мотоциклик это Харли Дэвидсон. Это чоппер. Харли Дэвидсон? Да, это очень известные такие чопперы. Мне ослик нравится. Ты уже в прошлый раз видел. Ну это, а я в прошлый раз тут не был. Ну как тебе? Я ушел. Эти рыбки, это эти, как их, пепельницы. Сколько бусиков. Нет, это не бакали, нет. И он брошку увидел. Папочка, как тебе вот эти? А вот из этой один камушек выпал. Жалко. Пап,
А, нет, это... Вот так вот. Ага. Да, спасибо, постою. Как ее посуда? Крупная очень такая. Что это тут карты, да? А нет, да, как пенальчик. Да, карты, это для карт. Только их уже нету. Они не нужны. Да что, что, я прохожу. Что это? Книжечки. Да. Звездные войны. Так вот эти сумки мне просто дали. Пап, ну я тогда снимать не смогу. Can't need that, mommy. No, 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 I've got it. Oh, don't mind me. I'm worried about that. Do you want it? 50p? Yeah, okay. No. Plum. No, what was it? No, what? Okay. Кто-то делал. No, no, фотография с орлом. Где ты, барон? А, барометр. Да, ничего, барометр, да. Стекла битые. Ну, так бывает. Вот такой сегодня был Car Boot Sale. С вами был Андрюха, обыватель. До скорых встреч!